Мы обеспечиваем безопасность своей жизни. Это война, в которой мы победим. Эта война была нам навязана кровавым врагом, животными, которые празднуют убийство детей, женщин, стариков. Те ужасы, которые творил Хамас, мы не видели со времен ужасов ИГИЛ, связанные дети, которых убивали вместе с остальными родственниками. Молодые люди, которых расстреливали в спину. И другие ужасы, которые я не буду здесь описывать. Мы всегда знали, что такое Хамас. Сейчас весь мир это знает. Хамас — это ИГИЛ. И мы победим его точно так же, как просвещенный мир победил ИГИЛ. Этот враг хотел войну, он получит войну.